8 сентября. Погода мерзость. Все-таки приперся на болото сегодня. Думал, один я дурак такой. Буду в такой дождик собирать клюкву. Нет, тут еще, оказывается, люди есть. В общем, 6 литров набрал. Надо все-таки домой валить. Сегодня-завтра дождь обещают. Потом вроде бы смотрел погоду. До 20 градусов тепла. Солнечно будет, вот тогда и можно идти. Про грибы и больше другие ягоды ничего не скажу. Как обычно все, брусники нет. Черника, ну, таскают на трассу, продают, говорят, я-то все уже закончил. Последнее ведро сегодня продали. Ну вот, на этом, клюква вот она. Тут кругом вроде бы есть. Так что тут с района приезжают народу. Я думаю, скоро все соберут. Ну, на этом все сегодня.